Всем привет, с вами я, Гоша. Давно мы не занимались распаковками. Столик, только он черный. Да. Распаковку мы будем проводить на полу. Ждали мы этого стола почти 2 недели. Пообещали за 2 дня. Прайм же от Амазона, но поскольку, видимо, большой увесистый груз, наверное, никто не хотел его везти. Согласился Федекс. И выбрали самую длительную, самую долгую доставку. Через всю Америку, там, на траке, на грузовике его везли и привезли. Поэтому я сейчас попробую вытащить его из коробки. У нас, слава богу, такая система трекинга. Не тракинг, а трекинг. Тракинг – это delivery, это перевозка грузовиками. Тракерами называют дальнобойщиков. Это не трекинг, а трекинг. Там можно проверить, где он находится, но эти проверки приблизительно. Это не то, что когда вызываешь Uber, так тебе тут же GPS отвечает, что машина находится рядом с тобой. Плохо, что водилы залипают в этот GPS, и если им говоришь, что нужно клиента подобрать за углом, то у них квадратные глаза. Еще возьмет и уедет. О, тут еще ручка есть. Так, вроде вытащил я его из этой коробки. Коробка пустая. Или все внутри. Коробка пустая, ее можно отбросить. Что-то нет, не пустая. Тут что-то в ней есть. Это, видимо, я думал, это детали от стола. Коробка вроде пустая. Если столик нас устроит, ее можно будет просто-напросто выбросить. Потому что я 2 таких купил, потому что у меня леговская железная дорога, и я собираюсь сделать большой макет на всю комнату. У меня много каких железных дорог, единственное, что я покупаю дешевые. Я не миллионер, чтобы тратиться на всякие дорогие, на DCC, этого от меня не ждите. Я простой человек, все из подручных средств. Ну, может быть, один аналоговый паровоз как-нибудь куплю. Pull to open, то есть. А, вот так он. Это тут замок такой, чуть не снял его. Вот так вот оттягивается и открывается. Pull to open. И что мы видим? Вот тут оно вот так вот застегивается. Что мы видим? О, вот тут-то инструкция. Вот тут ножки, вот тут инструкция.
Каждый раз при его использовании будут вот такие упражнения. Это его дно. Это инструкция от него. Даже наклеена. Вот как раз лежа на полу, можно ее и изучить. Вот она. Unfold. Вот тут указано как его. Автолок. Вот тут эти ножки крепятся. Надо нажать. Тут он не нажимается. Вот так он раскладывается. Отслышали щелчок? Это защелка. Теперь вот тут, чтобы сложить, нажимается. И ножки складываются. Тут нет такого. У меня есть другой, на него вот такие вот защелки. Тут нужно хорошо надавить, оно должно клацнуть. Вот. Еще раз, вот как открывается. Вот как. Вот. Вот. И то же самое здесь. А теперь его переворачиваем. И теперь его можно перевернуть. Его переворачиваем. И применяем по назначению.